Вы смотрите «В центре событий», и мы продолжаем. Около 19 500 сургутских малышей ждут своего места в детском саду. Из них чуть больше 2 500 – дети от 3 до 7 лет. Об этом рассказала директор управления дошкольными образовательными учреждениями Ирина Мурашова. В 2012-м местами обеспечили больше 5 000 малышей. В этом власти планируют устроить в садике более 4 000 детей. Сейчас находится в стадии строительства, а часть зданий уже в стадии окончания строительства. Это 7 дошкольных учреждений на 1620 мест с разной степенью готовности и с разными сроками ввода в эксплуатацию, которые в рамках этой программы строятся по подпрограмме сотрудничества. Всего в Сургуте до 2015 года планируют построить 29 детских садов по окружной программе «Новая школа Югры». Чтобы быстрее решать вопрос с нехваткой мест, помещения, которые раньше сдавались в аренду различным предприятиям, были вновь переоборудованы в детские сады. В этом году после ремонта зданий в систему дошкольного образования планируют вернуть около 250 мест. Свои плоды принесла и работа с родителями, детям которых на начало учебного года исполнялось по 6,5 лет. Больше 300 человек отдали малышей в школы в специальные классы для 6-леток. И самое-то главное, мы сделали большой рывок. Мы 160 детей направили в прогимназию эстетического направления. Мы 120 детей направили в лабораторию, в гимназию-лабораторию Салахова. Открыли 105 мест в дошкольных учреждениях. Это детский сад 23-й «Золотой ключик», который предполагался закрыть на реконструкцию. Но пока вопрос не решен. 50-й «Солнышко» группа и группа в детском саду 61-й. Лель.